Ой, смотри, шнур крутится вокруг. Вот это вот самое классное, когда шнур крутится. Сколько она стоит? Утюжок для завивки. 3200 стоит. Что, взять такой себе? Буду. А? Напишите, кстати, какой утюжок хороший. Здесь вот такой вот есть фирма. Вот такой вот есть. И все, по-моему, больше нет. А здесь плойка и утюжок, типа, да? Все вместе. Ново. Еще есть ново. Какой здесь хороший. Тут тоже нет регулятора температуры. 700 стоит. Смотрю плойку. Ну, здесь дешевые, наверное, китайские. Вот такая вот фирма, в общем. Здесь вроде как есть датчик контроля температуры. Вот. 140 до 120. Ой, до 220. Что-то мне не нравится ее сборка, так сказать. Шнур здесь. А, здесь шнур, кстати, крутится вокруг своей оси. Вот тарелочку бы я себе прикупила. Такую вот зелененькую, летнюю. Интересная. Пойдем куда-нибудь. Другой интересный такой посуды. Но мне такая посуда не очень нравится, если честно. Но кому-то она нравится. Да? В каком-то стиле таком. Тарелки, по-моему, стоят, не знаю. Вон, видишь, как у них там стоят. И тут белая посуда. К Новому году у нас еще ничего нету. Чисто белая посуда. У нас таких блюдец нету к нашему этому. Как-то хотели один раз купить. А, потом. До сих пор потом. Здесь такое вот, оно не белое, а какой-то непонятный цвет. Так кажется, на фотографии, на видео белое, да? А так на самом деле не белое. Вот по сравнению вот с этим, вот это белое, вот это нет. Что мы взяли? Взяла колготки себе классные. Я здесь уже брала, в Дине, кстати. И эту чеснокодавку давно смотрю. Не знаю, такую взяла. Лидер. В посудомоечной машине можно мыть, написано. И Коля себе взял такую штуку. Это, говорит, если колесо проткнешь, можно будет подремонтировать. В Дине. В Дине берем. А колготки, кстати, 1600 стоят дешево. И прямо они такие хбшные. Не китайские такие, как бывает же. Синтетика. Это прям хбшные такие классные. Что я нашла? Очень красивая чашечка для кофе, наверное, и блюдце такое в виде сердечка. И это тоже какой-то в стиле какого-то бренда, не знаю, элегант. Вот. В зеленом цвете. Ой, это вообще классное. И блюдце сердечко. Вот так, наверное, ставится. Во. Такая тоже прикольная. Смотрите, какое мы шампанское нашли. Напишите, кто пил такое шампанское. Оно такое, какое-то прям супер блесток. Это мы его сейчас размешали. Сейчас покажу, которое не размешанное. Вот синее, допустим, взять. Вот там на дне какой-то осадок. Его берешь и так, и он типа смешивается.
И получается вот такие блестки. А так оно прозрачное было. Интересно так. Вон оно какое становится, классное. Такое вы найдете только в Дине. Да. Короче, розовое есть. Голубое. И все, да? Розовое, голубое. Смотрите, что я нашла. Это же сушилка. Сушилка такая, которая на веревках, я так понимаю, да? Или что это за сушилка такая? А, куда ты убегаешь? Или это обычная сушилка, просто крепится к стенке, да? А, ну да, она такая и раз раздвигается. Сколько она стоит, интересно? Цены тут что-то нету. Пришли в гараж. И яблочки тут такие красивые. Здесь даже налив есть. Сейчас с этого ящика вот в этот ящичек переложу. Яблочки. Будем дома делать шарлотку. Вот эти вообще классные, красненькие такие. Очень классные яблоки. Вот эти прям вообще без единой какашечки, букашечки. Дачные яблоки. Приехали в гараж за картошкой, Коля, он там спустился вниз. Что-то здесь летает прям. Пыль, что ли? Обалдеть, сколько здесь этой штучки. Вон они сколько. Вот это что это такое летает? Когда вот из-под низа откуда-то. Здесь нет ничего. Что еще? Это наш. Ой, картошечка своя. Ну, вернее, купленная. Но сейчас напишите, какая цена у картошки. За сколько вы за килограмм покупаете? Мы когда-то купили. За сколько мы купили картошку, Коль? Я не помню уже. Точно, 150 она была. Оптом 160, по-моему, в розницу. А сейчас сколько стоит картошка? И картошка, кстати, хорошая. Не какая-то там в земле вся облипшая, там страшная. Это хорошая. Вот такой вот результат у меня получился. Такая вот перестановочка. Кровати теперь стоят вот так поперек. Здесь есть небольшое пространство для того, чтобы ходить. Также шкаф хорошо открывается, в принципе. И здесь тоже можно стул отодвинуть. Вот, сесть, в принципе. Также мы поставили рабочий стол. Да, вот в угол. Тоже удобно.
Thank you.